Евросоюз намерен в следующем году сократить значительно помощь Турции. Европейскому инвестиционному банку предложено пересмотреть кредитную деятельность в этой стране. Особенно это коснется кредитов, выдаваемых по государственным проектам. Это ответ ЕС на бурение в водах Кипра, которое ведет Анкара, говорится в сообщении Совета ЕС. Евросоюз также намерен прекратить переговоры с Турцией по соглашению о воздушном сообщении. Турция же, напротив, считает, что имеет полное право на месторождение газа, найденного в Средиземном море Кипра. Сейчас там находятся две турецкие буровые установки.